еще и Зуся Лю, рад приветствовать всех вас вновь, дорогие друзья. В эфире в третий раз уже в жизни канала «Реальный французский. Вдохновенная осень». Я приветствую всех, кто любит французский язык, дорогие мои франкофилы, голобаны. Вы на канале «Реальный французский». И то, зачем я сегодня появился, формулируется очень простым анонсом. Вновь объявление. Конечно же, нужно заранее сказать о том, чем мы будем в ближайшее время заниматься. Ракурс направленного обучения будет построен в первую очередь на фокусе студентов, изучающих французский язык, школьников и всех людей, которые знают, что такое учебник Попова-Казакова. И поскольку мы начали двигаться по нему с теми, кто этого еще не сделал, я рад общаться сейчас и приглашаю вас сразу же обратиться к первым урокам, с чего начинается любой язык, это произношение. Канал «Реальный французский» — это 17 мгновений французской весны. Специальный курс, на котором я подробно рассказываю о том, какими звуками нужно вооружиться для того, чтобы начать правильно двигаться в изучении французского языка с долговременным, далеко идущим успехом. И второй курс, который называется «Реальный французский». Чтение с нуля, где я читаю вместе с вами, и мы совместно учимся читать за 30 дней. Дорогие друзья, естественно, что в курсе, который я сейчас вам предлагаю пройти вместе со мной, будут только упражнения. Главные сложности учебника Попова-Казакова — это упражнения на перевод. Именно переводные упражнения, те, в которых нужно перевести с русского на французский, представляют максимальную сложность для человека, который изучает французский язык с помощью этого или какого бы то ни было другого учебника. Именно эти упражнения будут центром нашего внимания. Однако подспудно, чтобы некоторые вещи все-таки не остались без понимания, я буду рассматривать упражнения, которые предлагаются в контексте урока. Поэтому наши заседания будут долговременными. Я, естественно, буду по возможности пояснять все, хотя оставляю за вами, разумеется, естественное право писать мне форму вопросов на канале YouTube под каждым из уроков, где мы будем рассматривать те или иные упражнения, те или иные грамматические, фонетические, лексические письменные ситуации владения французским языком по заданному учебному пособию. Седьмое упражнение этого учебника на 33-й странице предлагает нам как раз вот сделать небольшое резюме нашего понимания этого урока. Если вы этого еще не сделали, в смысле не разобрались самостоятельно с тем, что предлагает фраза этого урока, чтение диалогов и чтение текста, тогда сделайте это, пожалуйста, еще раз. Внимание. Ну, давайте сделаем ссылку здесь. Вот она. Пройдите, пожалуйста, по этой ссылке, и вы окажетесь на моем курсе «Реальный французский. Чтение. Первый урок». Нет, здесь, в данном случае, второй урок. Поэтому, прочитав еще раз эти фразы, вы обращайтесь к упражнениям и возвращайтесь сейчас ко мне, для того, чтобы мы вместе проделали упражнение на перевод. Это мой стол. Как говорит урок, c'est на table. Это твое место, вторая фраза. Est ta place. Это мое место. C'est ma place. Est ta place, c'est ma place. Адель идет на свое место. Adèle va à sa place. Adèle va à sa place. Марсель надевает куртку. Марсель, met куртку. Sa veste beige. Sa veste est beige. Его или ее по-французски будет одинаково. Sa veste est beige. Светло-коричневая, как говорит наш замечательный учебник. Клэр разговаривает со своей подругой. Клэр parle à sa copine. Марта любит свою мать. Marthe aime sa mère. Marthe aime sa mère. Марсель разговаривает со своей женой. Марсель parle à sa femme. Марсель – это он. Parle – кому, чему дать либо действует лог «а». «А sa femme». Марта переходит площадь. Marthe traverse la place. Вот здесь la place, конечно. La place или une place – правильнее la. Но если вы скажете une, тоже не ошибка, мы учимся говорить. Марсель идет на вокзал. Марсель va à la gare. Марсель va à la gare. Marthe traverse la place. Марсель va à la gare. Адель больна. Адель est malade. Адель est malade. Elle a mal à la tête. То есть у нее боль в голове. Дословный перевод этого устойчивого выражения. Мы идиомы никогда не переводим, поэтому у нее болит голова. Мы будем говорить просто, запоминая как устойчивое неделимое выражение. Elle a mal à la tête. Point, c'est tout. То есть и все. Этот зал светлый. Cette salle est claire. Cette salle est claire. Этот зал светлый. Эта площадь красивая. Cette place est belle. Cette place est belle. Эта женщина очень красива. Cette femme est très belle. Cette femme est
Хэбель. Вот и все. Коротко подведу резюме. Дорогие друзья, все те, кто хочет изучать французским линейным, таким прямым, консервативным, но точным, то есть медленно, но верно идущим вперед путем, предлагаю пособие Попова-Казакова в грамматическом ключе. Да, пусть кто-то кричит, что это ретроградный путь, я вообще его не сторонник. Это лексико-грамматический путь такой, да, потому что я предпочитаю элементы порождения речи, когда мы, как дети, учимся говорить. Однако, для школьников, студентов, да и вообще людей, которые учат французский по этому самому распространенному учебнику в России, эти упражнения и то, что я перевожу сейчас, абсолютно правильно, с правильным произношением, будет крайне полезно. Это видеопособие, в котором вы сможете не просто узнать правильные ответы, не просто узнать, как они звучат, не просто понять, почему они именно так, а не иначе должны быть выполнены, то есть получить необходимый комплекс объяснений, которые исключить необходимость обращаться к преподавателям. Это возможность выучить реальный французский. Дорогие друзья, больших успехов вам, до следующего урока, очень скоро мы встретимся на втором уроке и будем рассматривать грамматику, лексику и все, что необходимо для объяснения и резюме второго урока. До завтра. Au revoir.